Друзья мои, часто ли вы думаете о прекрасном? О том, как прекрасна наша планета. О том, как величественно наше Солнце. О том, как беспредельно мироздание. О том, как вы пришли в этот мир. О том, сколько всего вам предстоит в вашей жизни. Я расскажу вам о прекрасных героях, великих людях, прошедших по Земле. Они любили нашу с вами планету, наше с вами Солнце и тех, кто шел вслед за ними, нас с вами. Мы начинаем путешествие по миру, живому миру. Куда бы ни обратился ваш взор, к микроскопическим атомам или к необъятным галактикам, все есть жизнь. Вы почувствуете пульс каждой частички материи. Увидите мысль в каждом существе. Каждая живая клеточка любит жизнь, чувствует. Весь мир — единый организм. Мы с вами — его части. Мы живем все вместе, соединенные со всем миром. Зная это, мы всегда будем помнить, что отвечаем за себя перед целым миром, где бы мы ни находились. Мир велик беспредельно, и ты, ребенок, в нем строитель. Ты уже знаешь, какое будущее ты несешь. Это твоя мечта. Береги ее. Люби свой дом, наш общий дом, нашу землю. Люби свой труд. Ты строишь свою мечту.